Всем привет, с вами я, Вадим Сена. Игра Professional Farmer Cattle Crop с Crops. Или же на русском это будет переводиться профессиональный фермер, крупный рогатый скот и растениеводство. Да, слов много, но в английском cattle это и есть крупно рогатый скот. Или корова. По нашему обычному. Ну и растениеводство это crops. Что ж, у нас новый урок — зерновая и полевая трава. Кукуруза 2. Давай кукурузу 2 сначала. Зерновая полевая трава. Ну давай, зерновая полевая трава. Хорошо, зерновая полевая трава. С кукурузой мы чуть позже потом продолжим. Хотя, возможно, надо было сейчас кукурузу добить, как говорят. Вопрос, конечно, еще тот. Данное учебное пособие посвящено посеву зерна, а точнее посеву яровой пшеницы. Как и в случае со всеми другими видами семян, вы получаете летнюю пшеницу от кооператива Фальберт Галле. И она засевается весной с февраля по март. На сегодняшний день посев осуществляется при помощи мощной комбинации бароны. Сверла, состоящие из Лемкен Зиркон 8 и Лемкен Шапхир. Ухи название. Значит, поезжайте в фермерский кооператив Сапфир 7 укладывает семена в почву отдельными рядами, расположенными близко друг к другу. Для того, чтобы посеять Сапфир, сначала должен быть заполнен семянами. Ну да, вот такой вот у нас Сапфир 7. Ну, обычная сеялка, я бы сказал. Ну, чуть-чуть более, конечно, изощреннее, чем обычно. Но, в общем, да. Выбрать тип груза. Семена пшеницы. Значит. Тут ваш 800 литров. Ничего себе. Ну, на разгрузку знаете, сколько будет? Цена 2000 за тонну. Угу. Мы большую часть. Одну восьмую. Ну, в общем, вы поняли. Поезжайте нам в поле 46. Опять 46-е поле. Вы что, серьезно? А ты куда? Я сюда. Да уж, тут такие улочки. Эта комбинация транспортных средств может сочетать в себе два рабочих этапа. Zircon 8, являющийся силовой бараной, навешивается непосредственно на трактор. Она оснащена вращающим мотыгами, которые подготавливают пассивное ложе и делают его как можно более крошистым. Для отдельного условия прорастания семян. Понятно. Простите, пришлось чуть замедлиться, и сейчас мы сгонимся и возвращаемся. Сюда.
сложить оружие. Орудие. Поезжайте в поле. Как всегда, почему-то отключен этот. Так, включите зиркон и сапфир. Б. Так. Опустите комбинацию. Б. И посеять первый путь. Д. Погнал. Так как зиркон в первую очередь отвечает за посевное ложе на поверхности, другие важные мероприятия по возделыванию почвы должны быть завершены заранее. При сильном уплотнении почвы все же рекомендуется заранее выполнить один из этапов работы, например, вспашку. При очень легкой почве этот этап может быть пропущен в зависимости от состояния почвы. Понятно. Ты чё вылез? Вообще уже. Это как это? Тихо. Выключить зеркон. Во вторую дорожку. Второй путь посеять. Вроде получается. Вроде бы как бы получается. Задач много, работы много, а кто ее будет делать? Вот 3 градуса. Почва действительно теплая такая.
Использовать карту прогрева семян в меню поля, чтобы проверить ход посева или на те области, которые вы что пропустили, нуждаетесь в повторной обработке. Да, сейчас посмотрим. После короткого времени обработки вы увидите, помимо других свойств почек, именно участки поля были обработаны, засеяны или вспаханы. Все эти почвенные условия отображаются вместе, поэтому они объединены одной функцией тепловой карты. F закрыть. Это все, что тебе нужно знать о посеве комбинации этой сеялки. Можете продолжить и закончить посев или пропустить работу в поле. Сеялка не полностью пуста, оставшийся посевной материал можно хранить на ферме для дальнейшего использования. Выключить комбинацию B, поднять V, сложить комбинацию X, поезжайте на ферму. Пропустил поворот. Все равно далеко, там 730 метров. Я думал, там дальше. Фронтовки он не сильно, он разгоняется. Асфальт это прилично. Сейчас опять будем семена выгребать. Не врезались. Смотрите, даже гаражи открываются сейчас. Значит, в общем, пускай погружается. Подождем.
только половину выгрузилось. Ну да, тут долгий процесс, это складывание, они в мешки сюда. Разгрузить селку, так что селку нужно почти полностью на поле оставлять. 10% осталось. Теперь посмотрим, что случилось с пшеницей, которую вы посеяли. Посмотрим. Это 21 марта. Результаты говорят сами за себя. Пшеница проросла, растения хорошо развиваются. Кроме того, вы должны удобрять ваши растения, чтобы обеспечить их дальнейший идеальный рост. Узнайте, как это работает в категории удобрений. Ну да, пшеница так слегонца проросла. Категория посев. Второй урок закончен. Зерновая полевая трава. Ну не трава, а пшеница точнее было бы сказать. Следующий урок — основы удобрения. Вы выполнили требования сертификат полевой работы. Что ж, на этом я с вами попрощаюсь. Всем спасибо, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы. Обсудим, обговорим, расскажу, подскажу, объясню. С вами был Вадим Сена, игра Professional Farmer Cattle Crops. До скорого, всем удачи, всем пока.